Добрый день, меня зовут Николай Погребенный. Сегодня я вам хочу рассказать и показать технику выполнения массажа спины. К этой технике я пришел спустя 9 лет массажной работы. Чем она мне сейчас кажется эффективной? Потому что именно работая такой техникой, можно проработать все триггеры на спине. В чем же она заключается? То есть мы спину делим на 5 зон. Вдоль позвоночника и поперек. Получается, первая зона — это у нас грудной отдел позвоночника слева, справа грудной отдел и поясница то же самое, справа, слева, и пятая зона — шея. Начинаем работать с зоной противоположной, куда повернуто лицо клиента. Почему? Потому что, как видите, открыта воротниковая зона, и нам удобно, не мешает лицо клиента. Вначале можно произвести общие растирательные движения вдоль всего позвоночника. Затем мы просим клиента повернуть голову в противоположную сторону и работаем со второй зоной. Затем работаем с правой и левой поясничными отделами.